Итак, уважаемые господа, это YouTube-канал «Жирный голубь». И, короче, сегодня я наблюдал концерт в поселке. Да-да, не удивляйтесь. В Пушкино день города. Этот поселок тоже к нему относится. Вот, там всего немного народа сидит, короче. На концерте 20 человек пришло. И ты знаешь сразу, что концерт пройдет замечательно, когда певец начинает с песни Элвиса. Вот, и, короче, несколькими притом он начал. Тремя песнями Элвиса начал концерт певец. Ну да, голос у него очень, конечно, похожий. Не зря он, наверное, местная знаменитость, хотя я никогда о таком не слышал, да? Ну, короче, все подряд у него пошло. Как интернет подключили к нему, да, караоке с Ютуба стал доступно, у него и другие хиты по заказу пошли зрителей. Там «Синий трактор» прозвучал еще из того, что я узнал, да? О, вообще суперский, да? Для детей и пенсионеров такой концерт был небольшой. Небольшой и очень любопытный. Но начался он как-то очень вяло, очень мало народу было. Даже, по-моему, даже меньше 20 человек. Но потом со временем, короче, бабки старые подошли, проснулись, короче, из квартир своих вылезли. Вот. И концерт расширился до 30 человек. Это уже серьезная, короче, серьезная заявка на успех в поселке. Вот, концерт на 30 человек. Хотя, конечно, место там дофига поставили, да? Как будто бы сотни придет. Но, к сожалению, пригласили всего только одного артиста. Я думал, он там изменится на кого-то другого, да? Нет, дискотека – это один артист. И караоке с Ютуба, вот и все, короче. Весь, короче, концерт в поселке. Отмечаем, называется. День города. А все остальные, короче, нажрались. Я знаю местные обычаи, короче. Все остальные просто нажрались дома. Вот, и орут со своих участков, короче. Или из своих квартир орут, пьяные все. Вот, легальный способ серьезно напиться, короче. Такие вот, господа, дела. Такие вот ощущения. Вот, пишите, что думаете.